Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Заберем наши награды для начала. Так, использовать ускорение, собрать моды. Так, насчет... Ага, не сработал фокус, да? Получается, мы с тобой недостаточно собрали еды, чтобы выполнить вот это вот задание. Ладно, надеюсь, ближе к концу серии у нас насобирается нужное количество. Так, ну а пока давай посмотрим, что у нас здесь за новые события. Так, водоворот. Да, ребят, спасибо, что поправили меня. Да, я неправильно написал в предыдущей серии название. Тут Т, а я почему-то Д поставил. Молодец, красавчик. Ну, бывает. Надеюсь, и так всем все ясно. В общем, короче, давай пойдем-ка мы с тобой, наверное, на Белую Мглу. Хочу я пройти сегодня. Потом попробуем, наверное, поиграть. А, они пришли с болот. Так, что у нас тут? Элос Монтерий, да? Против него очень хорошо идет ледяные. Так что давай возьмем Синтета Цирас. Потом... Нет, Динотерия я брать не буду, это... Нафиг, нафиг. Вот, можно взять, в принципе, Индрикотерия и Келлинкина. Как вариант. Все, ребят, 450 тысяч. Не слишком ли дофига вы просите за какой-то вшивенький поединок? Так, ну что, давай, родной, бомби по этому носорогу. Хорошо. Так, смотрим, что он будет делать. Он, наверное, тупо пропустит ход. Нет, атакует. Он решил все-таки нас атаковать. Ну что, бомбанем еще разок. Как тогда, под Полтавой. Замечательно. Так, ну что, выходит следующий. 22 уровень. Тут был 21, это 22. Вот так вот он делает. А мы ему раз, два. И... бонус. Да. Ну что, распрощаемся с ним. И выходит последний, уже 28 уровня. Ему нужно потратить две атаки. И мне кажется, он потратит их. Он даже три делает. Ну что же, Эндрикотери, ты готов? Ты готов. Напоминает мне что-то... зебру какую-то. Или нет, не зебру, а жирафа. У жирафа такая расцветка. Ну что, влупим по полной программе, и, естественно, мы его победим. Как-то так. Я считаю, очень было легко, поэтому переходим на второй поединок и смотрим, кто у нас будет выступать здесь. Так, 40 ДНК прилетело. А здесь у нас пещерники. Плюс... как их там звать-то? Пустырники? Пустырники. Степные, ё-моё, да? Пещерники и степные. Ладно, короче, не имеет значения. Здесь мы возьмем с тобой Гастурнис. Нет, возьмем Уртинотериума. Потом возьму Гастурниса. И против этого будем брать Мамонта. 450 тысяч. Ох. Так, жалко, конечно, что мы с одного удара этого шитика не подобьем. Жаль, конечно. Но да ладно. Он будет, наверное, меняться, мне кажется. Пси. Неужели ты поставил защиту? Ну, допустим. И что ты этим добиваешься? Что ты этим добиваешься, скажи мне на милость. Ой, как много ты отнял, парень. Как много ты отнял, а? Иди отсюда. Амфицион. Вообще не страшно. Ни грамма. Две атаки сделал. Значит, один. Один он оставил. Раз, два, три. И вот так вот. Прощай. Ну что же, Энтеладон вышел. Ну, ему тоже ничего не светит, походу.
Вот и все. Вот и песенка спер. Хотя нет, ребят. Не понял. Что-то я немножко не врубился. Я, видимо, не туда глянул. Я думал, что у него все-таки 4 там, или 3 защиты, и я его не смог пробить. Но я пробил. Давайте теперь посмотрим колесо призов. Да что ж ты будешь? Почему не микропозавр, а суперзавр мне достается? Ну что ж ты будешь делать, а? Ну не везет, ребят, мне на рулетках, хоть ты тресни. Ну что? Битва. Блин, еще дофига, ребята, еще... Блин, миллион нужно набить. Так, здесь мы забираем с тобой награду. Дальше переходим опять же в события. И уже тут можно за могучие деньги. Либо же они пришли из болот. Раз, два, пять. Пять событий. Метриоринг. То есть, ты погоди, ты хочешь сказать, что я должен здесь хищниками одними драться? Да ну-ка нафиг, вы что, серьезно что ли? Пять. Нет, я не осилю здесь. Фу, могучие деньги. Нужны ли нам эти могучие деньги? Может быть, все-таки пойти на арену и дальше продолжать ее? Подожди-ка, кстати, мы с тобой не забрали кое-что. У нас здесь должен быть подарок. Хм. Нету. А вот, ребята, как у нас будет новый кайнозойский гибрид. Офигеть. Такой страшило, если честно. Ужасно выглядит чувачок. Так, ладно. Шутки в сторону. Погнали с тобой бомбить опять же эту дрожжи земли. Так, мы где-то остановились вот на этих уровнях. Получается, я возьму, наверное, сейчас в данный момент сфенокодона. Плюс здесь... Наверное, рептилия какая-нибудь. Давай возьмем диплотатора и, ко всему прочему, стегоцератопса. Просто глянуть хочу. Возможно, я ошибся с выбором. Возможно. Но сейчас будет все видно. Нет. К счастью, все очень даже хорошо. Так, ну что, этого мы Дейнахейра ушатываем. Иди отсюда, погуляй. Так, спинораптор. У него такое лицо тупое, у этого спинораптора. Ты видел, когда его показали крупным планом? Ну что, наверное, будет меняться на нундагозавра, скорее всего. Ты смотри, какой отчаянный парень, а? Раз, два. Замечательно. Ну и остается нундагозавр. Ну, он-то, конечно, наверное, сможет нас одолеть. Да, скорее всего, он две атаки потратит. Ну что, диплотатор, ты-то его как, опрокинешь? Вполне, причем легкую. Поехали. Не дорос он еще до нас, поэтому и получает плюшку. Так, отлично. Двигаемся тогда далее. Уверенной походочкой. Так, мы перейдем сегодня. Да, мы, наверное, в охотники все-таки перейдем. Блин, дайте мне еще, а, пожалуйста, носорога одного. Ну, пожалуйста. Игра, будь так добра. Нет, 75 ДНК, на, как говорится, с барского плеча. Ну что, противник пока не очень силен, я посмотрел, да? Поэтому можно взять, наверное, астафрикозавра, эйниозавра и, наверное, здесь можно даже взять и капразуха. Ничего страшного, я думаю, не будет. Единственное, что доллары мы с тобой тратим. Вот соточка бы, если бы там выпала, она была бы нам очень кстати. Так, слушай-ка. По-моему, нормально, да, у нас получается здесь? Да. Этого мы вырубаем сразу. Отлично. Так, это у нас кто? Ага, Парзоролов мод 2. Модифицированный, то есть, получается, да?
Ну, смысла нет ему прыгать на меня. Меняется все-таки, да? Хорошо. На Арамбурняга. А я вот так вот сделаю. И бонус. Сейчас посмотрим, кто кого. Что, будет атаковать, что ли? Нет, он меняется. В принципе, мне все равно, что у этого, что того валить. Абсолютно без разницы. Я, наверное, сделаю вот так все-таки. Раз, два. И бонус. О, как замечательно. Ну что, парень, тебе, наверное, придется слить, ну, как минимум, три атаки. Как минимум. А он сливает 4. Ну и все, тогда ему крышка, потому что Эйниозавр сейчас его ушатает. 180 атаки, да на 5. Это вообще супер пушка. На тебе. Ну вот и победа. У него, кстати, на клюве, ты видел, какой-то нарост у этой птички, птерозавра. Так, ну а мы двигаемся дальше. И сейчас, наверное, можем перейти в следующую лигу, скорее всего. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Да, мы с тобой в охотниках, наконец-то. Наконец-то мы перебрались. Ну-ка, давай-ка крутанем и заберем с тобой, что же тут нам выпадет-то. Загадка. Угу. Ну, хотя бы 10 баксов дали. Спасибо. Ну что, продолжаем. Поехали. Это уже новый ранг, соответственно, новые противники. Нужно быть начеку. Так, возьму, блин, реликозавра, что ли, взять? Или же все-таки... Давай нундагозавра возьму. Плюс, ко всему прочему, возьмем ютирануса, как хищника, и эрликозавра. Вот такую команду. И сейчас мы посмотрим, кого против нас выставят. Так, соперник. Отлично. Альбертозавр, спинозавр и залмоксес. Очень даже хорошо. Единственное, что жалко, мы чтобы с тобой альбертозавра сразу победить не сможем. Это вот немножко грустно. Но, тем не менее, приятно, что ему оставляем всего лишь 26 здоровья. Ну что ты, что ты, Альбертушка? Ты вот так вот решил все-таки, да, сделать? Ты решил меня бомбануть, да? Ну тогда получай ответочку. И встречаем спинозавра. Спинозавр. Что ты делать будешь, а? Тогда прощай. Тогда прощай. Раз, два. И бонус. Хлоп. Готов. Так, и выходит последний. Это у нас Залмоксес. Чем-то напоминает мне Паразауролофа, но немножко какой-то раскоряка. Раскоряк ассоциация такая, да? Задние мощные ноги. Видимо, он очень хорошо бегает. Ну, это ему не поможет. Вот и все. Отлично, справились. Мы даже могли бы немножко послабее взять команду и все равно победили бы. Тут один нундагозавр чего стоил, да? Всех практически отрикошетил. И какую нам дадут позицию? 87-ю. Очень медленно продвигаемся. Да еще не путевое это, в конце концов. Ну, ну вот. Я прям так нуждаюсь в еде. Сильно аж. Так, Эдди Морфанона возьму одного для начала. Алангозавра. И возьму, наверное, Ойнезавра. Глянем, что у нас получится именно по этой команде. Ну давай, подбирай там соперника мне. Ух ты, Алангозавр, Стегоцефал и Секанодозавр. Что-то такое, да?
О, так этого сразу уничтожаем. На-ка, распишись, парень. Хлоп, и готово. Стегоцефала тем более разворотим. Ну давай. Прыгай. Что-то жамкается, жамкается там. Напоминает мне чем-то Афиакадона, да? Похож на него. Шлепнуть тебя сразу, что ли, а? Получится, интересно? Получится. Ну и обратно вернулись мы с тобой к Стегоцефалу. Для кого? Для него очки, да? Бонус набрал. Ну давай. Со своими 40 атаками. Что он там сделает, я не знаю. Ничего. От безвыходности бомбит. Ну а мы его уничтожаем. Ну это вообще изи поединок. Опять же жалко, что мы с тобой отыграли всего лишь одним динозавром, а остальные два просто вот так вот впустую прогорели. Ну ведь ты же никогда не знаешь, да, какой будет противник. Поэтому так вот и приходится делать. Что-то как-то медленно. 78-я всего лишь позиция. Хм. Кто-то писал мне в комментариях: Рэй, а как ты делаешь, чтобы у тебя не вылетала игра? Ребята, игра у меня вылетает очень часто. Просто при монтаже видосика я это вырезаю, и вам не показано, что игра вылетела. А так вылетает очень часто. Так что не удивляйтесь, не только у вас. У меня тоже. Так, ну что, мы с тобой, наверное, возьмем пеликанептерикса вот этого вот. Плюс я возьму тираннозавра и, наверное, метриакантозавра. Вот так вот. Два хищника и один летун. Посмотрим, что у нас выберет противник. Ага. Слушай, что-то похоже на мою команду. Что-то похоже на мою команду. Ну что, давай влепим, наверное. Как-то так. Интересно, он будет атаковать или нет? Он меняет. Орнитохейру соберет. И мне кажется, что это самый глупый вариант, который он сделал. Ну что, вот он. Две атаки мне пропишет. Ну давай, допустим. Ничего не стал делать, но я ведь все равно тебе пропишу. Вот так вот. Ну и что дальше? Опять пропустишь ход? А ради бога, все. Ага, все-таки решил атаковать. Дурила, что я могу сказать? Давай, давай, прощай. Так, ну что, велоцираптор появляется у нас. Ага. Давай две атаки сразу. Как с куста делай. Если не сделаешь две атаки, ты проиграешь. Он делает четыре. Ну что, это был его выбор. Он все слил. Соответственно, нам нужно 565. Ну что, распрощаемся с велоцираптором. С молодым, неопытным и глупым. И выходит к тираннозавру, у которого всего лишь 37 здоровья. Давай, парень, поборемся. Ну что ты там кривляешься? Ты решил отсидеться, а ведь не получится. Я же все равно тебя пробью. Вот и все. Вот и по красоте, ребята. Так, ну что, мы двигаемся дальше. Какой там у нас поединочек? Ой, какое место у нас там будет? 78 было. 67. Даже не буду ничего загадывать. Что дадут, то дадут. Как же все-таки было рядом, а, ребята? Как же все-таки было рядом. Но, видишь, мне не повезло.
Так, Тропиогуптер, Теникал Нагриус. Кого же взять-то? Велоцираптора? Или скафаг... Кстати, скафагната я хотел скрещивать до 20 уровня. Блин, ну что брать-то? Трындец какой-то. Ну, блин, да не хочу я брать Эдиоморфодона. Он мне еще пригодится на следующий поединок. А, ладно, возьму велоцираптора. Так уж и быть. Ну-ка. Ох ты. Астапозавр, призанох и пастозух. Все рептилии. Все рептилии, ребята, офигеть. Погнали. Так, тут, наверное, нам придется с тобой все-таки брать велоцираптора. Пускать его под мясо. Или как? Ну-ка, попробуем. Отлично. Так, этого вырубили. В призанух вылазит. Ой-ой-ой-ой-ой. 244 к атаке. Все сольет ведь, так? Скорее всего. Все атаку будет сливать. Ты смотри, а что делать? Паршивец. Почуял врага. Во мне. Почуял. Вопрос в другом, как я теперь буду здесь. Да. Фейл получается, ребят. Получается фейл. Я не удивлен. Я больше удивлен, что мне сейчас сделать. Вот тут вот надо. Как мне ему 1500 снести здоровье? Ну, в принципе, сносим. А дальше-то как? Например, вот против пастозуха. Ёк-макарёк, 372 к атаке. 372. Ну, достаточно, ребята, всю атаку слить. Все 4, и я готов. Вот тебе и пожанчил, взял велоцираптора. Угу. Трындец. Ну, хмырь, ну, хмырёныш. Ладно, пойдем мстить. Мне просто жалко моих динозавриков, которые профукали сейчас в данный момент. Тапилозавр, птеродактиль и Таниколагриус. Давай вот против этих посмотрим, кого он тут выставит. Сейчас не удивлюсь, если выйдут травоядники. Одни причем травоядники. Нет, тут разносолочка, в принципе, неплохая. В принципе, неплохая, то есть я могу здесь еще очень даже хорошо выиграть. Угу. Так, смотрим. Пропустил, да? Ну что, добиваем. Этот нам вообще ничего не сделает. Мастодонозавр. Да уж, конечно, мастодон тоже мне тут нашелся. Ну давай, чем делай, там уже пучеглазый. Похоже, харя, как у жабы какой-то, да, лягушки. Пучеглазый. Решил все-таки поменяться, да? Угу. Ну, наверное, даже и хорошо будет. Ах ты, жук ты навозный. Четыре. Четыре на 200. Не должен, по идее, ребята, ушатать нас. Даже если все потратит. Не должен. Но сделал. Так, ну что. Раз. Раз, раз и вот так. Иди отсюда. Ну давай, выходи, паршивец. Мастодон-завр. Даже если все сольет, он меня не пробьет.
Ну, а теперь наша очередь атаковать и уничтожать этого мастодонта. Все. Выиграли. Но за предыдущий поединок, конечно, мне немножко обидно. То, что нас так на изи просто запинали там. 120 ДНК получил я. Ну что, продолжаем. Так, нам, кстати, тут можно забрать награды. Так, еду, ПВП, ускорение и моды. Кстати, ускорение. Что у нас тут? О, еще один скафагнат. Поместить. Кстати, пора бы, наверное, их все-таки уже скрещивать. Отлично. Так, здесь забрали. Что у нас там еще осталось? Так, это что там у нас? А, скафагнат. Только что мы его поставили. А здесь капразух. Так, а я капразуха... С кем он у нас вообще гибрид делается? Ага, с горгозавром. С горгозавром. Так, нам нужно ускорение там, да, было написано. $39 у нас есть. Так, вывести галанку. Сколько она там стоит? Так, $4, быстренько завершим. Так, поместить. Так, это было у нас первое ускорение. Так, это пошло второе. Так, подожди-ка, может быть, мы уже сделали? Ага, все, у нас сделано ускорение. Так, использовать в сражении 3 разных класса животных кайнозойской эры и собрать моды. Ну что, Чарли, давай мне какой-нибудь хороший мод. Давно нам, кстати, не давали пака, да? Берсерк. Ну, давай следующий. Можно было, кстати, редкие заказать, а не обычные. Так, устрашение. Забираем. Ну и остается нам только в кайнозойской эре сыграть. Ну а мы продолжим, пожалуй-ка, нашу битву. Схватка. У нас не так уж много, кстати, динозавров осталось. Возьму Эдиоморфодона, Раджастегу и... А что у меня тут больше? Понятно. Ну давай возьмем вот Афиокамима, которого бы желательно тоже прокачать. Я уже не помню, сколько на него стоит, чтобы вывести ДНК. Но там где-то около, по-моему, 5-6 тысяч. Горгозавр. Слушай, ну тут травоядники и два хищника, а у нас ни одной рептилии. Вот тебе и засада. Да, тут что-то как-то лихонько, я тебе скажу. 320 к атаке. Велоцираптор 40 уровня, мод 2. Не кисло. Очень не кисло. А если я вот так вот сделаю? Да еще и под бонусом. Что ты скажешь мне, а, велоцираптор? Будет атаковать, неужели? Да? Нифига, он оставил мне хпшек. Ну что же, хмареныш мелкий. Ладно, так уж и быть. Забомбашу тебя от души. И горгозавр. Чем-то мне напоминает нундагозавра, только харя побольше и лапы помощнее, да? Трешечку скидывает, то есть полностью все слил, а нам остается только лишь его добить. Ага,
Тыщенка, да, у него там? Тыщенка ХП. Ну, давай я так вот сделаю. Я фиг знает, сколько вот этот будет следующий бомбить по нам. 317. А я не погорячился ли? А Феокамин точно справится? Как у него противная такая физиономия? Муравья чем-то напоминает мне. Нет, он не напоминает муравья. Кто-нибудь смотрел фильм «Муха»? Первая часть, да? Помнишь, когда он превращался в муху? Он вот точно вот такая вот у него физиономия была. Все, пока. Уничтожаем его. Готов, хлопчик. Ну что, я считаю, что неплохо мы здесь поиграли. Конечно. Блин, когда я тут возьму вообще высшую лигу? Это, наверное, еще не скоро будет. Я еще, наверное, здесь нубик. Со своими... О, 600 дымка, это хорошо. Так, ну давай посмотрим, у нас... Че, на килодок только остается? Ага, два травоядника. Два... Ну давай попробуем отыграть. Но если против нас сейчас поставят хищников... Ух, это будет... Это будет плохо. Потому что, ну, хищники нас тут просто раздеребанят. А вот если поставят летающих... Летающих и рептилий, тогда, скорее всего, мы победим. Сейчас все будет видно. Сейчас тебе скажу точно. Есть шанс, друзья мои. Я не знаю, правда, как там спиннораптор поведет себя. Но шанс вроде бы как есть. Блин, я боюсь этого спиннораптора. Наверное, бомбашит-то не кисло, да? Будет менять на него или нет? Нет, не стал. Ну давай тогда я так сделаю. Угу. Итак, обменочка или что? Нет, не обменочка. Решил мне вмазать. Раз, два, три, четыре. И бонус. А вот сейчас мы посмотрим, как сильно ох, ё-моё. Ну что же, Анкилодок, прощай, дружище. Да, уничтожит этот гаденыш нас. А мы сейчас посмотрим, сможем ли мы его бомбануть. Нет. Тут еще может быть. Сколько у них там, 700? Вот так вот сделаем. Так, вырубаем, короче, этого паренька. И выходит у нас анкилозавр. Если он сейчас все 4 атаки сольет, то, возможно, да, выиграет. Ну, убьет нашего велоцираптора. Но у нас-то здесь есть козырь в рукаве. Причем очень хороший козырь. Как бы мы за ответиком-то, да, в карман долго лазить не будем. Сразу наотмашь бьем. И вот она победа, друзья мои. А это значит, что мы еще немножечко с тобой поднимаемся на нашей аренке. Так, смотрим. 38-я позиция. Крутанем и заберем с тобой мы еду. А, не, доллары. 10 долларов, отлично. Ну вот. Пока на сегодня это все, что я мог сделать. Здесь бы 100%, ребята, не смог бы 5 поединков одолеть. Это беспонтово вообще. Так, ну что, нам остается с тобой в Кайнозойку. В Кайнозойке-то как все запущено.
Ладно, наше дело сыграть. Ой, что я сделал? Блин, там же нужно было разными, разными. Ё-моё, а я взял два одинаковых. Да, ну, тут можно сразу сдаваться. Что надо было так сглупить-то, а? Ну, давай там ходи уже, ё-моё, стоит там. Соображает 3 часа. Ну, глупость он, конечно, сделал. Так, пошла отсюда шавка. Эндрюсан. Типа как собаки или волка, да? Но больше почему-то похож на лису. По мордочке я имею в виду именно. Что он там делает, я не знаю. Я возьму, наверное, вот так вот. Четыре. Ну да, вырубает мне эриматерия, к сожалению. Тут уж ничего не поделаешь. Да ладно, ты серьезно? Давай-ка я вот так вот поменяю специально, ребята, опять же. Отдаю напущенное мясо его. Ну, что-нибудь будешь делать? Все сбросил, молодец. Бедный динотерий плюхнулся. Вот этого с него будет достаточно. Так, Эндрю Сарс побежден. И выходит архиофицион. Он пропускает ход. Ну что, вперед, как говорится, из песни. В атаку, ребята. В принципе, ему крышка, да? На тебе. Такой грозный был удар. Но мы не проходим с тобой задание. У нас было сыграть 3 разными, а я сыграл 2 одинаковыми. Поэтому это не идет мне в зачет. Приз умельца. Правильно, еда, конечно же. И еще разочек крутанем. Ну, опять хавчик. Ладно. Хавчик-то хавчик. Теперь давай 3 разных брать. Это будет Динотерий, Энтеладон и Дедикулус. Ну, тут ты понимаешь сразу же, что это фейл. Хотя, нет, фейл, потому что здесь уже легендарные пошли, а у нас обычные. Что мы тут сделаем? Да ничего мы тут не сделаем. Такой бешеный кабан выбежал, глаза наружу. Выпучил что-то. Ну, меняет. На Дипродоре. Ну что, нам так делать, что ли? Давай попробуем так. Он будет меняться. Ну давай, ты что там 3 часа-то, я не знаю, меняется, да? Берет Эндрю Сарх. И одну атаку мне прописывает все-таки, а? Шелудивый пес, а? Ну что, 1, 2, 3, погнали. Иди отсюда. Дипротодон. Ну тебе придется в любом случае 2 атаки сливать, как ни крути. 2 атаки он сольет.
Но Динотерий это вообще не алло. В плане атаки это вообще ничто. Вообще ничто, да? Если только вот так как-нибудь попробовать нахлобучить. И опять же не факт. Хотя здесь выиграли. Ремотерий вышел. Да. Две атаки, три оставляет к себе. И мой Динотерий, он не справится с этим, с Ремотерием. Он по классу ему проигрывает. Так что тут без вариантов, наверное. Фейлимся, ребят. Ну да, ему что тут ждать? Он сейчас 4 атаки пропишет и все. Он так же, как и я, делает. Все, ребята, проиграли. Ну, суть не в этом. Я заранее сказал, что это фейловый поединок. Суть моя тут была, чтобы отыграть разными животными. И мы это сделали. То есть теперь я могу забрать свой ежедневный пак. Заслуженный. Поехали. Так, здесь забрали награду. И здесь наш пак. Деньги, еда, $35 и 84 тысячи монет. Вот такая у нас вышла сегодня, друзья мои, серия. Так, погоди-ка, мы сюда можем кого-то поставить выводиться. Кого, например? Сейчас мы глянем, кого тут можно влепить. Галим... Нет, Галимим, зачем он мне нужен-то? Лысматерий, спинозавр. Майозавра, может быть, влепить. Мою... Так, подожди, сейчас, секунду. 4600 у нас. Сейчас, погоди секундочку. Понятно. Того даже и не рассматриваем. Что же тогда делать-то здесь? Скафагнат 42. Ну ладно, он здесь прокачается. Блин, ну я не знаю, ребят, кого здесь можно поставить. 6 дней, целую неделю этот носорог у нас будет выводиться, ты прикинь? Пахицефалозавра я не хочу прокачивать, он мне как бы не нужен. Раджозавра можно, в принципе, да? Или кого-то из рыб. Или кого-то ксифактин, например, да? Протостега. Я помню, что протостега с кем-то будет потом скрещиваться. Ну что, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!